Итак, всем привет. Продолжаем, как и обещал, мини-игры будем играть. Нажимаем сюда More Ways to Play. И здесь что мы видим? Что мы видим? Что мы видим? Подожди, звука нет. Вот что мы видим. Так, пазлы — это какая-то ерунда, по-моему. Ну-ка, давай попробуем вспомнить, что такое пазлы. Напомни. А, Vice Breaker, короче, мини-игры, все, что это было. Правильно понимаю? Правильно. Или это Vice Breaker есть? Survival, выживание. Мини-игры, вот сюда, походу, нам надо. Мини-игры. Вот, и мы будем играть и открывать их, правильно? Или подожди, нам надо игру играть, чтобы дальше открыть, или что? Че все закрыто? Да. Что-то я такое не помню, у меня всегда было открыто все. Так, давай еще посмотрим, а что еще можно нажать? Кооп можно, это у нас что кооп? День, ночь, пул, руф и боулинг, hard day, night, короче, вот это все понятно, это кооп. Это понятно. А почему все не открыто? Я думал, Versus это мы. Ты против меня за зомби. Кто-то, кто-то это. Это ты помнишь, да? Да. Это ты помнишь. Survival, выживание. Что здесь у нас? Здесь тоже закрыто. Но тут, по-моему, играешь, она просто... Наверное, мини-игры надо играть, они открываются. Да, по-моему, они открываются. Не надо ничего другое играть. Именно их надо играть. Ну, давай подряд. Сколько их тут? Три подряд. Зомботания. Фишка, короче, у зомби вместо головы будет горохомет. И он будет в нас стрелять. Соответственно, нам надо делать стенки и прочее. То есть, ну, сейчас прикинем. Нажимай старт. Ой, нету, представляешь? А, мини-игры нельзя вдвоем. Ну, да. Ну, хорошо, давай по очереди, я выбираю. Так, что брать? Давай, помогай мне. Ну, надо думать, надо думать. Значит, у них тоже надо стрелять. Мину можно поставить обязательно. Эти, может быть, чомперов? Ну да, каких только. Горохометы. У нас много еще вариантов. Просто представь, что они идут и стреляют справа налево, понимаешь? Пух, 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 пух. Да, он будет защищать других, кто за ним идет. Может, перчик возьму, не знаю. Очень много стреляющих сейчас получилось. Что? Наоборот, у тебя только одно стреляющее. Ой, взрывающееся, я имею в виду. Да. То, что взрывается. Надо еще стрелять. Давай еще вот такую заморозочку. Все, вот все взял. Давай. Давай через одну игру. Например, эту я играю, следующую. Или как-нибудь, я не знаю, надо как-то подумай сейчас, какой вариант. Нет, просто подумай, каким способом лучше нам играть. Если, оказывается, они не сделали мини-игры на двоих почему-то. То есть ты нажимала, там ничего не... Типа не зашла... Не-не-не, я помню, я вспомнил, что тут реально такая тема. Я вспомнил, что так реально есть. Что-то не все играть вдвоем можно. О, уже пошел стрелять. Уже пошел стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой, это уже убивает растения. Ну, сейчас он просто будет стрелять в стенку, а стенка нормально, она долго будет держаться. Здесь несложно, тут их немного будет. Здесь главное, на самом деле, когда будет в одной линии много зомби, туда вообще ничего не ставить. Вот видишь, я поставил стенку, и здесь сразу подсолнухов поставить, и все, типа. Они все равно под защитой. А потом их взрывать, это все. Но сейчас я не буду делать, потому что лучше горохомет здесь уже поставлю, потому что еще следующий пошел сюда же. Мину, я не знаю, просто ставлю, где нету ничего. Посмотрим, пока непонятно. Насколько сложно будет. Так, вот здесь пошел. Да. Ну, давай посмотрим, кто кого перестрелит. Раз. Но он не перестрелит, потому что первая в него попала горошина, как только я ставил. То есть он не успел выстрелить. То есть это уже, наверное, не перестрелит он его. Давайте вот так тогда. Потому что он его убьет. Он его убьет, он первый выстрел попал. Надо было чуть позже мне нажать. Подождать этот момент. Ой, это я рано поставил. Ну, раз рано, давайте так убьем. Так, ну тут несложно, их немного. Просто сейчас их много выйдет сразу. Можно черри-бомбу было бы взять, я не взял. Тогда можно было сразу взорвать несколько линий. А сейчас непонятно. Ну вот он перестреливает друг друга. Они должны, я не знаю, кто кого. Ну давай посмотрим. Ну я, опять-таки, первый раз попал зомби, соответственно, но у этого сразу 9 здоровья в начале было, а у этого 10. Поэтому... А, ну здесь по-другому, видишь, все равно он победил. То есть получается... они не так много урона наносят горохометом этим. Поэтому довольно проще, чем кажется из-за этого. Так, давайте еще заморозку поставим вот сюда. Здесь будет заморозка. Поставим просто так, просто ставлю. Он же есть не может или может. Давай посмотрим, кстати, вот минку, он подойдет, что произойдет? Он будет есть или он Нет. будет просто... Да, он ест. А, он еще ест? Да. Он не стреляет. Прикинь, когда он ест, он не стреляет. Ну да, наверное. То есть вот так надо смотреть. Подставлять что-то под него. Да.
Но все равно стенки нужны в первую очередь. Нужна стена везде. Угу. Сейчас будет первая волна, посмотрим, что там на первой волне. Короче, какие мини-игры будут легкие, я тебе даю, например. Есть какие-то супер легкие, здесь сложные. Поэтому вот это, я не знаю, прошла бы ты. Смогла бы ты вот это пройти одна? Угу. Потому что тут надо все щелкать, вот не как знаю, быстро. Просто прикидывай, просто на что ты способна, что, какие игры тебе оставлять. Нельзя прикинуть, пока ты не попробуешь. Вот я горохомета сейчас потерял ледяного. Здесь реально стенки нужны. Вот сейчас стенки, и здесь памкин, и все, нормально. Теперь можно ставить и не бояться, теперь но уже все. Стенка дешевая, а памкин дорогой. Надо стенки. Ну, памкин можно поставить куда угодно, а стенку в определенное место. Да, слот занимает. Так и слот занимает, так нам и ничего и не надо. Не, не слот, а имеется в виду, что... Место занимает. Да. О, вот он пошел с головой, видишь, он теперь... Да. И, вот и он защищает своего второго. Пока я его не убью, второй будет жив, видишь? Угу. Но можно сделать вот так. Он двоих, кстати, или одного? Ну-ка. Двоих? Ничего. Чего это он? Ну, он вообще не прыгнул. Наверное, они уже прошли далеко. Я поздно поставил, в общем. Угу. Тут они по-другому идут, и он их не видит уже. Ну и все, стенку я поставлю, когда закончится хоть одна. Пока что мы полностью в защите всей. Полностью по периметру. Везде. Вот этого долго будет снова бить. Можно, конечно, бомбануть сейчас его. А я поставлю здесь второй горохомет. Посмотрим, сколько будет. Он, кстати, подойдет, будет есть. А сейчас мы его бьем пока. Но да. У него очень много здоровья. Дойдет, так может... Ой, этот сожрал. Да. Сожрал. У них много здоровья вот у этих. Это опасные. Но вот пока их не убиваю, следующие не идут, так что несложно. Если постоянно шли, можно было проиграть. А так... Навряд ли. Заморозку, к сожалению, убили. У меня был Сноупи, вот этот ледяной горохомет. Поставлю еще раз. Везде по одному, тогда они, получается, стреляют медленно, идут медленнее и едят медленнее. То есть это очень полезное растение против в этом режиме. Ну что, следующая мини-игра будет другая, потому что ты не запоминай, как тут. Ты уж будешь играть другую, так что ничего страшного. Как... О, что это? Растение для сада. Мы просто сад открыли, и теперь растения выпадают. Когда его не открыли, они никогда не могли выпасть, потому что его просто не было. Поэтому теперь часто будут подарочки выпадать, и мы будем растения открывать, и потом садить, и выращивать, и получать деньги. Потом можно будет дерево вырастить. Каждый раз, когда выращиваешь, оно тебе подсказку дает по игре, там, типа, как надо, где что лучше делать. Какие-то такие варианты. А что там за вторая мини-игра была? Уже можно было смотреть, когда мы выбирали. Не запомнила, что там тебя ожидает, интересно, вторая игра? Я вот не знаю. Ладно, давай ты немножко до конца. Тут уже легко, почувствую, я буду комментировать, что ты делаешь. Ну что, сверху у нас 4 горохомета, во второй линии 2, но зато 3, но из них один замораживающий. Самая слабая линия у нас это по центру, 3 всего, 2 всего. Поэтому рекомендую поставить что-то по центру, потому что там очень долго будут всех убивать. Вот, а все остальное в целом нормально. Защита есть в каждой линии. Снизу нету стенки, но есть памкин, который тоже очень много здоровья у него. Я думаю, как у стенки, может даже больше, а может чуть меньше, не знаю. Но примерно одинаково. Теперь у нас самая слабая линия, это вторая сверху и две нижние получается, да? Они у нас, да-да-да, довольно маловато тут. Но в целом нормально все, конечно. Везде заморозка, кроме верха, и все. Сейчас будет большая волна, посмотрим, что тебя ожидает. Сверху почти прогрызли стенку, ее скоро надо заменить. Ты попробуй, кстати, не выкапывая, можешь стенку на стенку, по-моему, ставить. Ну-ка попробуй, ну ты попробуй, такая фишка была во второй части. Тут он съел да, в этот момент. А вообще здесь, по-моему, как-то это можно сделать. В магазине у Crazy Dave купить что-то, и можно да, будет и так делать. Там нарисована будет стенка такая, в бинтах, по-моему. Или с плюсиком, как медсестра, по-моему. То ли это во второй части, я уже путаю. Так, ждем. Финальная волна и конец уровня. Давайте, справимся. Справится ли Таня Булочка с этой волной? Финальная волна. Final Wave. Давай смотреть. Так, так, так. Угу. Ой, внизу пробивают. Надо что-то делать. Прикрой его. Ой-ой-ой. Ой, хорошо. Как-то без прикрытия поставила. Так, смотрим, у кого тут самая сложная линия получается. Снизу, потому что у него, вон, мы все идем, получается, в картофу, по картошку. А эти продолжают стрелять, втроем идут, подходят все ближе, 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 и бах! И что это тебе дали такое? Ну-ка, что это? Что это? И что это? И что это? Награда. Я молодец. Надо сколько их тут? You have unlocked... А, да, все, новая мини-игра. Все нормально, тогда можно их все открыть. О, боулинг следующий твой. Ну давай, ты будешь боулинг играть. Ты знаешь, как это играть, так что... Тут немножко сложнее, чем мы играли, когда вдвоем. Ну ничего страшного.
Я думаю, справишься. А я пощелкаю. Может, все-таки есть какой-то вариант включиться. Сейчас присоединюсь к игре, но... Не. Ой. Ой. Чит-код можно ввести. Прикинь, я какие-то кнопки нажал. Это, короче, чит-код. Подожди. Да я посмотрю, какие чит-коды на PlayStation 3 сейчас. Plants vs. Zombies. PlayStation 3. Чит-код. Ну, мы хороший возьмем чит-код. Например, они с усами будут зомби или еще что-то такое. Подожди, не выключи только. Так. Future. Если напишем Future, будут они в солнечных очках. Если мустаж, они будут с усами. Написать надо. Подожди, не дергай. Не дергай. Так. Пината, если напишем. Короче, когда убиваешь зомби, выпадать будут конфеты всякие во все стороны. Mm-hmm. Просто так. Ничего не дает. Есть tricked out, будут по-другому выглядеть газонокосилки. Потом еще какой-то чит-код, они будут издавать какие-то звуки, типа brains, что-то такое, каждый раз, когда умирают, или когда появляются. Так, ага. Танцевать будут. Давай dance. Короче, давай посмотрим. Dance, это у нас чит-код, они будут танцевать. Можно несколько сразу. Так, dance. Подожди, надо... нельзя, надо дерево, чтобы вырастить. Прикинь, что написано. Она говорит, у вас недостаточно выращено дерево, чтобы использовать этот чит-код. Короче, понятно. То есть чит-коды еще не все можно. Я сейчас, кстати, посмотрю, какие можно чит-коды, которые... А что надо было нажать? Надо нажать L1, R1, L2, R2. Четыре кнопки вот эти все одновременно. Вот я нажал вот так вот и активировал. Хоть я и второй игрок, и меня здесь типа нету. Но она сработала. Фьючи. Интересно, а фьючи сработает? Я вот не знаю. Может, фьючи попробуем? Может, они в очках будут хотя бы? Ну-ка. Так, тихо. Фьючер. Будущее фьючи, если что, да? Знаешь это слово? Да. И нажимаем старт. О, все, смотри какие. Так, давай еще. А ты как раз играешь, а я буду чит-коды смотреть. Может, с усами еще сделать? Или они пропадут очки? Я не знаю. Я думаю, что пропадут. Мусташ. Мусташ. Такое сложное слово, так, мусташ. Так, вот заодно учим английский, заодно будешь знать, как она. Может, с подсказка. Да, но это само PlayStation подсказывает, он не знает чит-коды, это же PlayStation клавиатура просто, как на айфоне. Ну-ка. Да, с усами, смотри, какие прикольные. Так, а что-то еще? А вот танцевать они не могут, это мне запретили делать. Пиньята еще можно написать, тогда конфетки какие-то выпадают, ну-ка. Сейчас мы вообще совсем другую игру будем играть. Но это на каждый уровень, наверное, надо писать. Это надо каждый уровень писать, я так понимаю. Не, нельзя, надо выращивать, не дают, видишь? Да, 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 да. Вот как классно. А у меня спрашивали, помню. Ну, меня спрашивают, как на телефоне вводить чит-коды. Но я не знаю, как на телефоны. Там, может, их нету на планшете. Но, видите, на PlayStation есть чит-коды. Есть чит-коды. А, это газонокосилки, чтобы другие были. Tricked out. Tricked out. Ну-ка. Нажимаю. Что-то не включается. Вот. О, первое слово. Ну-ка. Что это? Вон они, смотри, какие мощные. Меняли. Они стали такие, типа, как Харли Дэвидсон. Крутые такие. Ну, типа, прокачанные. Короче, это прокачанные газонокосилки. Так, что еще? Сейчас я все попробую. Тут не так много. Сукбир, сукбир. Какое-то слово непонятное. Первый раз такое вижу. Сейчас попробуем. Может, она опять появится? Короче, это, походу, игра подсказывает. Потому что откуда такие слова тут можно? Так. Brains, слышала? Да. Они говорят теперь Brains. Так, ты эконом, здесь сложный вариант. Ты немножко поэкономи, иначе ты проиграешь. Тут надо экономить. Daisies, Daisies, еще что слово. Короче, после зомби будут какие-то что-то оставаться. Я так и не понял, вот, что это. Монетки выпадают, когда идет. Ну да, рикошет. Это как я и говорил, просто первое прохождение не давали их. Потому что можно было кучу денег заработать и потом купить растения на халяву. Вот она, Daisies. Вот они. Не знаю, что это. Ну-ка. Не, нельзя это запрещено. Ну и все, Dance запрещен. Короче, мы все попробовали. Не работает 3, да, получается? 3 или 4 чит-кода. 3, по-моему, не работает. Ну что, прикольно, все. Они танцевать вот могут. Это надо, правда, растения вырастить. Но у меня же есть сохранение этой игры. Оно у меня есть в Стиме.
В Steam можно попробовать. Ну, там опять-таки там с клавиатуры вводишь, это не PlayStation все-таки. Ну что, как у тебя дела тут? Половина, первая волна большая пошла сейчас. Монетка вон, собирай, исчезает. Подожди сейчас немножко. Или ты проиграешь, потому что здесь нужно огненный кинуть правильно вон туда во всех, иначе тебе не хватает пока что. Я вижу, что проигрываешь пока. Поэтому ты это... Жди, чтоб рикошетов было больше. Вот сзади, видишь, выходит, ты все равно рано используешь. Нормально. Ну смотри, ты сейчас неправильно пустила. В газетчика как-то. Да, ну, что тут нормального-то? Ты не успеваешь. Огненный, главное, смотри, чтоб не был. Если будет огненный, подумай 10 раз, прежде чем его пустить. Он тебе может спасти только жизнь. Потому что еще даже последней волны не было. Короче, ты эту мини-игру не пройдешь. Тут надо было копить, как я вначале говорил тебе. Ну да. Ну так вот сейчас копи хотя бы, у тебя еще есть время. Куда копить? Он уже... Так а если сейчас огненный был? Да подожди ты, он еще не до конца, в конце нажимай. Видишь, он же перепрыгивает. Все уже. Так что все, они еще не... Ну, играй, ты только что красный выкинула в ноль. Не кидай, у тебя может красный сейчас быть. Вот красный, не кидай. Кидай в центр. Ниже, вот. Так они сейчас только троих, ну, два только. Так а что ты делала до этого? До этого надо было копить их просто. Ну. Красных у меня было всего три, наверное. Ну как было много, ну вот что ты делаешь? Я же говорю, не спеши, красный может попасться. Посмотри, что тебе... Я так хорошо игралась без левого уголка. Да как игралась-то? Я вижу, что ты проигрываешь. Вначале, конечно, детская игра, а вот сейчас что? Ну как ты сейчас пройдешь? Тебе надо... Ну а мало так вылетает этих? Что мало, тут игра сделана, чтобы ты копила. И думала, красное сохранила. Вот и все. Сейчас один красный всех бы взорвало. Вон, смотришь, сколько их идет? Туда один красный, пацан. Сейчас красный, жди. Давай. Жди, сейчас красный. Если красный, не трогай его. Все, пофиг. Жди, красный по центру тебя спасет. О, по центру. Не спеши. Во, видишь, сколько ты убил? Еще есть шанс. Эти перепрыгнут. Нет! Это не лучше. Ну ладно, нормально. Сейчас просто перепрыгнет он любую. Кидай просто, он перепрыгнет. Все. А теперь не спеши, пока он до конца не дошел, ты не проиграла. Жди. Вот тебе надо подождать, потому что рикошетов больше будет. Ты за счет рикошетов экономишь. Вот жди. Жди, сейчас просто волна будет. Ты жди волну, у тебя еще даже волны нет последней. Тебе надо боеприпасы готовить. Видишь, красные, оставляй их пока. Туду. Не, неправильно, в нижних надо, нижних, верхних. Ай, да я буду, блин, опять Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сверху проиграешь, нельзя пропускать. Вот там, где газонокосилки, можешь пропускать, это твоя защита, пофиг. Верхний и нижний только защищай. То, что ты сейчас потеряешь, это пофиг. Просто еще нет большой волны финальной. Вот когда она пойдет... Ой, больше. Куда? Мало. Можно больше было. Не спеши. Не спеши. Ты, так тут же газонокосилки, ты их оставь на последние. Нет, смотри, тут нет газонокосилок. Ну, я говорю, только сверху и снизу защищайся. Больше не трогай зомби. Только если один какой-то, вот как этот шальной бежит. А когда группа, пусть она умирает от газонокосилки, потому что это единственный способ победить. Сейчас ты газету только убьешь, и ты быстрее сделала только. Ну. Все, не надо было спешить. Две надо было ждать, и 1, 2, 3, потому что без газеты он быстрее бежит. Собирай пока, не трогай их. Пусть идут ближе, не трогай, еще раз говорю. Да, ближе, смотри, сколько... Пусть идет ближе. Вот сейчас нажимай, раз, два, и вниз иди. Один раз, подожди. Все, теперь жди. Угу. Собирай, иди, вниз вернешься. Вниз нажимай. Только низ защищай сейчас, и вверх, больше ничего не защищай. У тебя нету других вариантов. Низ. Успела. Все, сейчас последняя волна. Смотри, сейчас прикол. Смотри, поехал газонокосилка. А, не поехал, все нормально. Все, эти не трогай вообще. Эти не трогай, только вверх-вниз. Все, снизу только идут, все нормально, ты, наверное, победила. Сейчас только перепрыгнуть, вот тот перепрыгивает, который... Вот он перепрыгнул. Все, теперь вверх и низ только защищай. Только вверх и низ. Тут газонокосилка есть, пофиг. Не бей его. Жди две и сразу два запускай, потому что он побежит с огромной скоростью. Все, нажимай два раза. Все, теперь только вверх и низ. Только вверх и низ, забудь ты про этого. Жди, сейчас может красный. О, сверху бежит, надо убить. Все, и не трогай пока. Жди. А тебя красный спасти должен. Красного ждем. Раз. Убивай этого, иди вверх. Ну тут есть шанс. Раз. Тебе нужен красный. Если красный, вниз иди сразу. Смотри, какой у тебя. Вниз. Все, добивай.
Просто жми бесконечно. Жми, жми бесконечно, тебе ничего не надо делать. Больше жми, 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 жми. Да, боже. Ну вот, видишь, ничего не сэкономила, вот и результат. Красный мог спасти, не было его, видишь, в конце. Надо было последний, сэкономить. Вот говнюк, это супер легкий мини-игра. Приходится второй раз играть. Не надо, следующая игра. Не мы же не прошли кубок, чтобы открыть следующую мини-игру. Что давай и что? Еще да что ты пройдешь? Я же тебе поговорил, как играть, ты не слушала даже. Я говорю, экономи, экономи, экономи. Нет, она использовала. Ну, сэконом 5 хотя бы до конца игры, и все, и ты выиграла. Тут все, что надо было сделать. Вот красный не трогай, и все, вот они, всегда были у тебя, ты их кидала просто в никуда. Не были, у меня их мало. Вот, смотри, я тебе показываю, как играть. Вот если ты сейчас кинешь максимум одного, да, а если вот они до сюда дойдут, выйдут сзади, соответственно, рикошеты пойдут еще туда. Ты одним делаешь не два, не один, не два удара, а больше, 3, 4, может даже 5, если повезет. Вот когда сейчас закончится, места нет, тогда можно уже нажимать. Видишь, сейчас последний едет, я нажму, потому что места уже нет. Вот раз, мы нажали, ждем, все, красный не трогаем. Еще вот последний сейчас едет, мы ждем, 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 нажимаем, все. И все, и вот так вот проходится все. А когда большая толпень, на нее красную правильно кинуть, и все. Там можно 6, 7, 8, 10 зомби за раз. Ты, если вот этими, то их надо 10 раз попасть, если без рикошета считать. Поэтому в этом-то и фишка. Вон, видишь, сзади сейчас зомбаки идут. Вот этот рикошет, есть шанс, что в одного из последних прилетит. Вот есть шанс всегда. Вот он попал, видишь, а его бы не было, не попал. Вот один удар дополнительный нанес. Это вот из этого и стратегия состоит. Мелочь, но вот так вот и проходится. Вот и второго, нормально. Ждем, ждем. Сейчас места нет, я должен кидать. Я просто кидаю. Места нет. Вот, и газеты. Газеты раньше не надо их трогать. Если ты трогаешь, сразу второй можно уже готовить кидать. Потому что они сразу агрессивные идут. И сразу в два раза быстрее бегают. Вот так вот надо их. Ну, ждем. Место есть у меня. Вот, следующие пошли. Ждем. Тут пока вот они сюда не пришли, можно вообще никогда не нажимать. Просто у меня вот места нет на ленте этой. Тут. Огненные хорошо против ведер. Но тут одно ведро и один зомби, я только двоих могу убить. А можно этот же орех кинуть с любой точки, не только там с конца. Можно, вот эта линия, только через нее кидать можно. Вот здесь уже нельзя кинуть, вот здесь можно. Но это ничего не меняет абсолютно. То есть просто ставь вот так вот здесь на последний. Вот я жду. А, уже у меня места нет. Видишь, они перепрыгнули, все, их не надо больше ничего делать с ними. Бам, сейчас у меня одни красные останутся. Вот тоже перепрыгнул из-за рикошета. И... А зачем? Я экономлю пока. Когда уже будут одни красные, тогда да. Ждем, видишь, он до конца. Вот он еще идет, идет. И потом зачем? Бам. Потому что больше выйдет сзади. Нет, так они вот сейчас. Ну сейчас не вышли, но есть шанс, что в следующие пойдут. Мы же не знаем, таймер же идет там, как это. Ну ждем сейчас, вот вышли сейчас. Ну да, вот я жду до конца, вот сейчас вышли, вот. Могут еще выйти. Чем больше шансов рикошетов, понимаешь? Вот и все просто, просто все. Чем больше зомби, тем больше шанс, что куда-то попадет, пока он летит там от одного к другому. Вот и все. А когда один зомби, то он только в него попадет, больше не в кого. Ну все, понятно. Как-то так. И то же самое, монет больше зарабатывается так. Один рикошет, второй из каждого по монетке. Можем взорвать вот тут. Ту-ду-ду-ту-ту-ту-ту. Ждем, вот они идут, ждем, ждем. Вон их сколько, тогда вот красную надо кидать. Ой, хорошо. Видишь, чем больше рикошет, вначале с первого одна монета, потом две, потом больше. Там как-то вот так. Вон сколько монеток. 19 тысяч уже, скоро слот за 20 тысяч можно будет купить. Так, ну что, вот. Большая волна, мы ее ждем. Вот пока сюда не дойдут, я не трогаю. Вот как раз смотри, сколько выйдет сейчас. И в кого-то всегда есть шанс, что попадет из этих. Вот этого можно не трогать, он бежит, да, быстро. Но если я вот в этого сейчас дам, есть шанс, что он вниз. Есть 50 на 50, то есть вверх, вниз идет. Соответственно, когда он будет вот здесь, смотри, шанс, что рикошет прямо в него идет. Вот он перепрыгнул, видишь? И мне не надо его трогать. И все. Газетчик сразу два раза, потому что он сразу побежит. Все. Вон сколько монет заработал я. Прям вообще. Теперь опять ждем. Пока нету никого. Ждем вот опять до сюда. Вот. Видишь, мне красные не упадают. Я их коплю, потому что будут такие моменты, как у тебя в конце, где вот либо обычных 10 надо, чтобы всех убить, либо просто один красный правильно кинуть вовремя. В правильном направлении. А здесь пойдем. Раз. Два. Ждем, ждем, ждем. Три. Здесь тоже. Сейчас раз. Газету потеряла. Ждем, ждем. Сейчас побежит, побежит. Бам.
Побежал. И вот, и все. Самых больших вот этих первых убили, и все. Опять у нас передышка. Опять копим, 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 копим. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Мне главное до последней волны дождать. Ну тут, наверное, взорвем уже. Очки там, да. Они когда убивают, очки улетают. Вот снизу бежит. Если рикошет туда пойдет, я по нему попаду. Есть шанс всегда. Ну это вот... Ну нету просто. Приходится уже тратить эти. Нету обычных, видишь. Пришлось потратить. Ждем, ждем, ждем. Видишь, долгий уровень, долгий. Идут и идут. Но тут чем медленнее убиваешь еще преимущество, тем больше на конвейере типа, приедет за это время. Если я сейчас быстро все убью, у меня ничего не останется, и сразу новые зомби пойдут. А так они очень как-то медленно появляются новые. Ты ждешь, 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 успеваешь все сделать. По-другому все. Та-да-та-да-та-да-та. Вот это сейчас идет, идет. Раз конус. Второй конус. И вон прыгнули сразу. Оп, еще сверху только бежит. Вот на него еще кинуть. Или рикошет ждать, чтобы произошел. Отскок. Ну, давай кинем, просто чтобы он перепрыгнул. Давай попробуем взорвем. Потому что у меня теперь только огненные остались. Вариантов нету. Да, но тут просто много с ведрами. На ведро надо три. Раз, два, три. Поэтому уже попали. Не, по нему попали уже. С конусом два, с ведром три. Тут же должно быть отличие. Ну, поэтому как может быть два? Два с конусом. Ну что, ждем. Сейчас вот развязка будет. Вот смотри, на этого надо будет раз, два... Три! И вот они еще отскочили. А если бы я не дождался, что вот эти вышли, они никуда бы не попали больше. Вот и вся разница. Сейчас опять три придется тратить. Раз, два, три. Ну вот здесь можно закинуть хорошее место, мне нравится. Оп! Не, не дошла. Я, да, не хватило. Они очень хорошо стояли, но далеко. Ой, что это выпало? А, еще одно растение, да. Ну, этот бежит, под него надо сейчас просто кидать, потому что, чтобы он перепрыгнул. Ну, чуть-чуть поближе пусть подойдет. Иди сюда, вот он перепрыгивает. И ждем, 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 ждем. Бам, все, сейчас последняя волна уже прям близко. Здесь надо красный кинуть, мне кажется, очень много их. Вот давай сюда. Жду. Вот сейчас волна как раз выйдет, и с газетами покончим. Ждем, 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 ждем. Ну давайте, волна. Вот она пошла, ждем все равно. Раз. Он потерял газету. Два. Хорошо. И вот она, финальная волна. Сразу взорвем этих, чтобы от них избавиться. И ждем, вон их сколько, тут без красного не справится. Вон сколько их там прям, ух-ух-ух. Раз, два, три. Два красных у меня сейчас. Видишь, как хорошо я их бомбанул? Бомбанул хорошо. Вот сюда смотри, какой бомбочка как залетит. Ой, как красиво, хорошо, видишь. Раз. Газетчика ждем. Раз, два, три. Бам. Все, можно было тебе не играть, даже на косилке бы все. Да, так вот за счет этого ты еще там выживала долго. А так у меня все чистенько. Тут ту 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 ту. Не надо думать, надо всегда выигрывать. Игра, чтобы побеждать. Я всегда первый раз играю, чтобы научиться на своих. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.